називається компот. Начальник штаба кушает компот. Он средним пальцем сливу достает, он косточку на блюдечко кладет, он тем же пальцем персик достает и косточку на блюдечко кладет. Он средним пальцем грушу достает, а враг не спит под лунной тишине. Он хочет навредить тебе и мне, он хочет повредить комбайн, плуг, чтоб булочки у нас пропали вдруг, чтоб исчезла сухая колбаса, чтобы пропала килька и хамса. Начальник штаба прекратил компот. Он пистолет и пулю достает, он атлас мира на ладонь кладет и путь врага мгновенно узнает. И в ту... И по взмаху этой руки шмыгнули в ночь отважные полки туда, где притаился подлый враг. Летит ракеты, светится радар, врага карает огненный удар. За булочку, за кильку, за хамсу, за свежую сухую колбасу, за женский и мужской одеколон. Начальник штаба сейчас удовлетворен. Победой завершился наш поход. Начальник штаба вдоль полков идет. Он поощряет тех, кто воевал. Он укоряет тех, кто тыловал. Он установку армиям дает. Как берегти наш сад и огород, чтобы болтались, чтобы созрели сливы в вишене, чтобы шатались груши в вишене, чтобы... Айва плодилась каждый год. Начальник штаба кушает компот.